довольны ли вы своей жизнью? Не откладываете ли вы свою жизнь на потом? Нет ли у вас ощущения, что, вот как я говорила, будут деньги, будет счастье, будет мужчина, будет счастье, будет хорошая работа, будет счастье, закончу университет, будет счастье. Дело в том, что счастье не может нам дать никто. Ни деньги, ни количество денег, ни мужчина, ни дети. Никто нам не может дать счастье. Счастье, оно внутри нас либо есть, либо его нет. А вот именно счастье, когда в тебе есть, вот тогда прикладывается все. Когда внутри тебя есть счастье, когда внутри тебя есть радость, когда внутри тебя есть любовь к этому миру, прикладывается абсолютно все. То есть прикладываются деньги, прикладываются возможности, появляется реализация. То есть ты внутри себя, когда имеешь счастье, то по сути ты создаешь огромное количество возможностей. И 17 числа у нас будет интенсив «Убей в себе мямлю». Мямлю, которая не дает жить тебе здесь и сейчас. Мямлю, которая заставляет тебя постоянно саботировать твои желания, откладывать свою жизнь на потом. И не дает проходить даже курсы, которая заставляет тебя, по сути, выбирать всех, но только не себя.